Ну, а вы, спасибо на субботе. Дмитрий Журавлев, форвард Дмитрий Глебов. Дмитрий, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Ну, в первую очередь, хочу поздравить нашу команду, зрителей. Сегодня такая была неистовая поддержка, и она нам очень помогла в трудную минуту, когда была разница, уже дошла до 10, но мы держались в игре, и придавала этой силы и энергии ихняя поддержка. А так по игре, конечно, видно, химик хорошо подготовился. В первой половине очень они боролись, подборы выиграли у нас достаточно, у них было очень много вторых шансов. Они могли уйти на большую разницу, но мы смогли удержать это и всего лишь очко. А потом был переломный момент, когда мы пропустили несколько таких, которые мы договаривались, но где-то ошибки, и была разница, по-моему, 10 очков, 11. Но после тайм-аута мы вышли и быстро вернулись в игру. Поздравляю еще раз нашу команду. Спасибо. Счет серии 2-0. Теперь остается продолжать в том же духе и готовиться к следующему матчу. В первой половине «Химик» полностью реализовал свое преимущество в габаритах. Очень много было атак повторных, очень много было, намного было больше атак, чем у нас. То есть там количество, если мне не изменяет память, где-то около 10-12 атак «Химик» в первой половине имел больше. Просто за счет подборов на нашем щите. 11 подборов. Это очень много. Понятно, что мы проигрываем. Понятно, что выше люди подбирают этот мяч, но желание его подобрать заключается, самое главное желание, а не в габаритах. Во второй половине это немножко исправили, и уже не проигрывали столько подборов на нашем щите. И в принципе, в этом, мне кажется, заключилась наша победа. Вот. Что хочется отдать должное химику, они ограничили наши движения, да, в принципе, очень плотно играли в защите. Мы к этому готовились, но не все получилось реализовать. И отдельная благодарность болельщикам. Я думаю, что такого шума, такого накала у нас не было с начала сезона.